Внедрение ЮДС. Я Елена, во-первых, представлю. Всем добрый день. До начала работы в программе ЮДС я начала свою деятельность рабочую в 2018 году и работала в кабинете в собственной квартире. Клиентская база у меня не велась, автоматизированно ничего не было. Это было просто в формате карты клиентов, куда я сама все заполняла, и таким образом все у меня фиксировалось. Постоянных клиентов у меня уже набралось к тому моменту, ну, человек 50. Отзывы писали, но сами девочки по желанию оставляли в WhatsApp либо в соцсетях, Instagram. Кроме качества работы и работы на возвраты клиента, ну, как таковой мотивации никакой не было. Особо не было никаких поощрений для клиентов, и коммуникация с клиентами велась только, опять же, либо в Инстаграме, либо в WhatsApp. Косметика для домашнего ухода, профкосметика, продавалась только, если я сама о ней рассказывала, и таким образом девочки приобретали у меня ее. Для чего мне нужна была программа ЮДС? Я на момент, ну вот с 2018 года, когда у меня уже добавлялось побольше клиентов, я задачилась вопросом, как бы мне все это автоматизировать, чтобы себя немножко разгрузить, и чтобы все это уже где-то учитывалось, и чтобы ничего нигде не терялось, и какой-то функционал вот мне уже был необходим в тот момент. И я на просторах Инстаграма наткнулась на рекламный пост, и как раз этот пост был Марии Прокопенко. Я начала изучать приложение, как оно работает. Собственно, с Машей мы потом связались по телефону, она мне начала все объяснять довольно подробно. Это были и видео на YouTube, и просто она мне объясняла, что к чему. Но пока человек сам не попробует, он, как правило, мало что понимает. В общем, я подключила 7-дневный период бесплатный для тестирования как раз. И уже вот в этот 7-дневный период я начала девочкам, своим клиентам, находясь в кабинете, озвучивать, что я хочу ввести сейчас для вас программу лояльности, где будут копиться бонусы, которые можно будет списать. И я увидела, что многим моим девочкам это интересно, что не нужно там какие-то форматы бумажного визитки, отмечать там пятые процедуры, к примеру, бесплатные и так далее. А тут уже сам клиент выбирает, когда он хочет списать накопленные баллы, на что. И это гораздо удобнее. На бесплатном вот этом 7-дневном периоде я накидала прайс. Мы с Марией все оформили онлайн, по телефону, следуя ее инструкциям. Я думала, как бы все будет гораздо сложнее, но мы онлайн все это сделали довольно быстро. Оформили там логотипы, фотографии, все закидали, чтобы был вид хотя бы красивый. Вот. Также в приложении еще есть и бонусная программа, но на пробном... Я уже сейчас точно не помню, но если я не ошибаюсь, по-моему, на лайт-версии такой нету. И как бы хотелось, но я первое время, 2 месяца, я попробовала все-таки лайт-версию подключить, не подключила сразу полную версию. И думаю, что ну, надо было сразу, наверное, подключать. Я решила пойти другим путем, более плавным, более плавно внедриться. Бонусная программа еще чем хороша, за то, что девчонки просто рекомендуют меня, они потом за это получают тоже баллы. Это тоже деньги, это можно тоже потратить. И, конечно же, это всем очень понравилось. И спустя 2 месяца работы на лайт-версии я уже перешла на полную версию. В Инстаграме я период еще лайт-версия, мы поставили ссылку с Марией для перехода удобного. В шапке профиля прям было много девчонок из моей клиентской базы и новенькие, которые добавлялись. Им было это удобно сразу видеть. Под постом, который я выставила про ЮДС в Инстаграме, тоже было достаточно откликов, что это интересно. И вот как раз после вот этого поста я задумалась, что нужно, скорее всего, уже брать полную версию и как бы продолжать уже в полном объеме работать.
Полная версия, она вообще кардинально отличается, она более объемная, у нее более большой функционал, там и неограниченное количество в прайс можно дополнять, и косметику тоже представлять, можно пуш-уведомления отправлять, информировать клиентов о каких-то новинках, акциях и так далее. В общем, с момента работы в UDS моя база выросла до 190 человек. Я думаю, что это просто отличный результат. И здесь как раз можно все отслеживать, на какую сумму было приобретено, покупок сделано, сколько человек потратил баллами, сколько деньгами отдал. Еще когда мастера задумываются о ведении вот каких-то таких программ, часто думают о том, насколько это будет невыгодно в плане денежном. Но тут все гораздо проще. Ты сам устанавливаешь процент возврата кэшбэка, тем самым ты можешь это регулировать. И вот у меня в данном случае списанные баллы не превышают 3% от общей заработанной суммы денег. И то есть, ну, 3% это как бы, ну, я не считаю, что это много, и в минус никто не уходит. Также можно автоматически поздравлять клиентов с днем рождения, отправлять поздравительное сообщение и подарочные баллы начислять. Это все автоматически один раз настраивается, и потом ты просто про это не думаешь. Можно начислять баллы на какие-то праздники, 8 марта, Новый год, и тоже это мелочь, а приятно, как говорится. Нам, девочкам, все приятно. И с сентября месяца я уже переехала в отдельный кабинет. Также я пользовалась пуш-уведомлением о том, что я теперь принимаю по новому адресу. Клиентов стало еще больше. В данный момент я работаю так, как не работала никогда с 2018 года. И это все благодаря тому, что вот это запустилось, как говорится, сарафанное радио, но автоматизированное сарафанное радио. Если вот посмотреть на графики, то как раз тут видно, что оплата баллами не превышает 3%. Несмотря на то, что у нас в настройках настроено, что клиенты могут оплачивать до 50% баллами, копить и оплачивать до 50%. Это все равно не превышает 3%. И как бы, ну, это очень радует. Так, следующий слайд. Из всех клиентов, которые хотя бы один раз совершали покупку, это у меня 129 человек. Ну, я считаю, что это тоже очень хороший результат. Остальные присматриваются, думают. Это своего рода нужно у потенциальных покупателей вызвать доверие, чтобы они все-таки решились, и это требует времени. 79 человек к моей той действующей базе прибавились. Рейтинг клиентов тоже. Каждая девочка может перейти на следующий уровень и повышать повышенный кэшбэк, как вот сделала, например, Светлана. За рекомендации она перешла на следующий уровень и получает уже не 3%, а 4%. Потому что она рекомендует меня. И статус у нас есть там красотка, любимый клиент и еще там следующий, по-моему, статус, но я до следующего статуса еще пока никто не дошел. Сколько я пользуюсь по времени? С прошлого года, с июня я пользуюсь. Я подключила бесплатный, и потом уже по нарастающей пошло. Вот. А, еще есть такая очень хорошая, опять же, вот в плане рекомендации фишка в UDS, это отслеживание по уровням в глубину. Кто тебя рекомендовал? От первого пришел еще один, от второго там еще. И вот у меня вот эта глубина уже ушла до пятой ступени. Получается, даже уже на пятой ступени есть продажи. Все уровни работают, но, опять же, нужно время на раскачку на все. Увеличение чека тоже, опять же, девчонки приходят, они понимают, что они могут накопить баллы, они потом могут их списать, и кто-то увеличивает количество зон, которые нужно им сделать, кто-то докупает косметику, как бы люди понимают, что чем больше они берут, тем больше им возвращается назад. И средний чек у меня вырос, но на 13% за все это время.
я еще намерена еще больше нарастить его. Еще есть такая прекрасная, приятная вещь, как отзывы клиентов. Если раньше я отзывы клиентов скринила, там, отвечала все вручную, и с момента, когда становилось все больше девочек у меня, это очень много времени отнимало на ответы, на просматривание. Иногда там я работала и не своевременно успевала быстро там ответить. В приложении UDS можно настроить автоматический ответ с каким-то сообщением, тоже приятным, и оно будет уходить автоматом. Девочка оставляет отзыв, приходит ей благодарность за это. Все это можно заскринить и также выставлять в соцсети. Это удобно, это повышает доверие клиентов. Одно дело просто, когда ты выставляешь скрин отзыва с WhatsApp, который, ну, может там, сам написал еще что-нибудь. А здесь уже действительно видно, что это от разных людей, и именно в приложении все идет. 167 оценок от клиентов. Все пятерочки. Это еще мотивирует мастеров и работать тоже намного качественнее, потому что все время хочется стремиться к чему-то лучшему, когда ты получаешь обратную связь. Это очень приятно, и ты, у тебя крылья вырастают, и ты начинаешь делать еще более... что-то придумываешь более интересное для клиентов. Есть также несколько трафиков. Можно поставить в Инстаграме ссылку тоже. Это очень удобно, она сразу стоит. И девочки даже просто, когда заходят в Инстаграм, они начинают нажимать по всяким ссылочкам, и выходит, что как бы вот бонусное приложение. В веб-версии есть сайт, куда, кстати, можно и ссылку на WhatsApp поставить. Это альтернатива Таплинг. Я вот, ну, не люблю несколькими приложениями. В UDS можно все сразу поставить. Так, ну и итог. Что получила я по итогу после внедрения UDS? Ну, во-первых, то, что я хотела получить, я получила. Я полностью автоматизировала свою базу клиентов. Я все вижу, я могу просматривать статистики, я могу видеть, в каком месяце какое-то было снижение заработка, где нужно что-то новое придумать, каких клиентов еще я не привлекла до конца, которые они у меня есть, но они еще не были ни разу. Может, там еще какой-то бонус предложить, скидку дополнительную на первый визит или еще что-то. Это все заставляет думать мозг. Собственный сайт есть на базе UDS. Отцифровано у меня 190 клиентов, и 70% это активные, постоянные клиенты. Отзывы. 167 оценок получено. Это я тоже уже сказала, что все объясню. Клиенты начали рекомендовать студию, потому что они понимают, что они могут с этого тоже заработать. Даже если ты порекомендуешь двум своим подружкам, то ты вместо 3% будешь получать уже 9% возврат, и, соответственно, у тебя будет очень много копиться денег. И 46 клиентов... Это новых клиентов. Они сделали оплаты на 380 тысяч. Это статистика. Это, ну, цифры сразу видны и удобно. Если ты где-то что-то записываешь сама, ты можешь что-то упустить. Здесь же все видно. Можно отправлять новости в виде пуш-уведомления об акции, о переезде я отправляла, о запуске обучения. Сейчас вот новое направление я развиваю. Это уже обучение мастеров депиляции. И в этом тоже есть... Будем дальше докручивать с Марией все вот эти нюансы по новому направлению и что-то придумывать и улучшать. Поздравление каждого клиента с днем рождения в виде баллов. Увеличение среднего чека, это косметика и доп. Процедур, на 13% за 9 месяцев. Привлечение клиентов за счет сертификатов с мастерами – это еще одна очень крутая вещь, когда вы можете клиентской базой обменяться с мастерами с каких-то смежных сфер. В моем городе, в Подмосковье, я начала первая работать по этому приложению. Потом у меня есть мастера, с кем я работаю и чьими услугами я пользуюсь. Это мастер-подолог и косметология. Мы с ними тоже, они тоже перешли на работу в приложении UDS, и мы обменивались сертификатами. То есть девочки, которые приходили ко мне на процедуры, они получали сертификат на скидку
к косметологу, к примеру, либо вот к подологу. И тем самым мы как бы и людям хорошо, они получают скидку, выгодное приложение, и мы как бы обмениваемся баллами. И там уже дело техники. Насколько качественно ты отработаешь, настолько к тебе человек и станет постоянным клиентом, скажем так. И сейчас я запускаю новое направление, собственно говоря. Если бы сейчас не было вот это все автоматизировано, с учетом того, что работа добавляется, времени свободного уменьшается, я как бы уже точно не смогла бы все это вести настолько качественно, фиксировать все цифры, потому что не хватало бы физически времени. UDS, конечно, все упрощает в разы. Так, мой внедренец – это Мария Прокопенко. Я хочу сказать, что нам люди попадаются не просто так в жизни. Каждый человек нам приносит что-то в жизнь нашу. Я очень рада, что в свое время я не пролистнула просто этот рекламный пост в Инстаграме и все-таки связалась с Машей, мы все обсудили, все поговорили. Это было очень удачно. Потому что Мария, она реально, как мы несколько дней назад обговаривали с ней, у меня времени просто вот реально не хватает ни на что, и она просто сейчас у меня как палочка-выручалочка. Она настраивает все, делает очень много работы в UDS, до которой у меня руки не доходят. У нее компания по внедрению 1М-сервис, и если требуется, они могут полностью взять на себя работу по внедрению. То есть тем самым вы, у вас нет головной боли за вот эти какие-то нюансы. Вы просто делаете свою работу, приложение UDS делает свою работу, скажем так. Я очень рада, что мы в свое время начали работать вместе. Вот. Ну, это я. Если кому-то интересно что-то, можете мне писать в Инстаграм либо в WhatsApp по номеру телефона, я отвечу на все вопросы, которые будут по теме. Инна, спасибо. Тоже Инна как раз косметолог, с которыми мы обменивались сертификатами. Спасибо большое, Лен, за то, что ты согласилась, нашла время. Я знаю, какой у тебя плотный график, сколько у тебя девочек. Вчера мы поздно, да, уже созвонились, ты только пришла, и сегодня ты уже с утра, вот. Клиенты прибавляются, и я знаю, насколько вот у тебя сейчас, да, там след...